Hey, вы на канале Juza Play, и сегодня мы выполняем очередной челлендж от подписчика. Вот он. И суть челленджа заключается, что нужно ограбить пирамиду в Mad City. Ну а перед тем, как я начну выполнять челлендж, я даю челлендж вам, мои зрители. Только 80% смогут досмотреть это видео до конца, подписаться на канал и поставить лайк. Хотите стать самыми топовыми моими подписчиками, то обязательно выполняйте все эти пункты. Я рассчитываю на вас. Итак, мы появляемся, как всегда, в тюрьме. Нам нужно выбраться из этой тюрьмы по-хорошему. Так, я вижу, уже здесь ребята сделали подкоп, они быстренько отсюда убегают, и мы валим вместе с ними. О, вертолет, вертолет. Эй, стой, стой. О, как я удачно зашел. Так, давай улетай быстрее, быстрее, быстрее. Все, мы вообще не дали шанса полицейским. Мы быстро же улетаем на вертолете, куда не знаю, наверное, на базу. Преступную базу. Но мой челлендж заключается в том, чтобы ограбить пирамиду. А где у нас пирамида? Ага, вот, пирамида вон там. Я даже не знаю, что нужно для этого, чтобы начать ограбление. Не знаю, нужно ли мне брать оружие, какой-нибудь отмычки или еще что-нибудь. Я в Mad City никогда сам не начинал ограбление, но все бывает в первый раз, ведь так, ребята? Так, мы приземляемся на военную базу. Так, приземлились. Спасибо, чувак, спасибо. Теперь мы здесь, наверное, возьмем оружие какое-нибудь. О, ой. Что здесь делает собака? Погодите, полицейская собака? Откуда ты здесь взялась, полицейская собака? Жесть. Вот это неожиданно было, неожиданно. Есть ножик, есть граната, есть автомат. О, моя одежда, ребята, это моя одежда. Что ж ты здесь делаешь-то? Все, смотрите, какой я теперь красавец с автоматом. Это только у меня рука неправильно как-то... Неправильно как-то рука у меня держалась. Так, ладно. А бронежилет я могу... А, он денег стоит. Окей, денег у меня нету. Ножик я могу еще взять дополнительно? Да, могу. О, смотрите какой. С ножичком. Приступим. Нужно начать выполнять челлендж. Мы уже сколько здесь с вами бегаем, а челлендж даже не начали делать. Так, мы выбираемся. Есть бесплатные машины? Мне нужна бесплатная машина, ребята. Нет, машины бесплатной нет, придется бежать. А бежать, я думаю, долго будет. Ну ладно, надеюсь, по пути нам всякие полицейские нехорошие не попадутся. О, куда ты меня хочешь привезти? Ну поехали, поехали, друган. Мне в пирамиду, пожалуйста. Мне нужна пирамида. О, еще. Еще преступнички. Так, что здесь происходит? Мне нужно бежать на пирамиду. Так, погоди, не сбивай меня, я свой. Мне нужно ограбить пирамиду. Стоп! Что такое? Откуда ты здесь взялся? Я не понял. Блин, он меня... Он 37 уровень. Да я же просто так бежал. Отстань от меня. А-а-а, не дал мне дойти. Так, убегаем, убегаем. Без палева, наконец-то я смог отсюда выйти. Жесть, полчаса отсюда выбирался. Чё за какие-то агрессивные полицейские? Не дают выйти, вообще убивают без разбора. У нас есть задание, у нас есть челлендж, нужно ограбить пирамиду. И мы с вами отправляемся прямиком к пирамиде. Так, ну я думаю, по воде до пирамиды не добраться, поэтому придется пробежать немножечко пешком. Всю нашу лодочку здесь припарковали и бежим до пирамиды. С помощью пистолета и ножа смогу ли я ограбить целую пирамиду или нет? Вот в чем вопрос, собственно говоря. О, там... А, я мог по воде доплыть до сюда, жесть. Вот я нубасик. Ну вот и наша пирамида, интересно. Как начать ее грабить-то? Что нужно делать для этого? Так, ну прямо в лоб мы зайти не можем. Тут обойти, может быть, где-нибудь... Так, ребята, сюда почему-то прилетел полицейский. Что ему здесь нужно? Я здесь жду, пока откроется пирамида. Я хочу ее ограбить. О, еще и преступник сюда приехал. А, ты начал как-то ограбление. А как ты открыл дверь? Как же ты открыл дверь? Скажи мне, пожалуйста. О. Ого, что это такое? Что это? Здесь нужно пропрыгать? Жесть, здесь нужно пропрыгать. Аккуратно, мы здесь все пропрыгиваем. О! Здесь были ловушки! Черт! А как? А почему? Как избежать-то этих ловушек? Блин, пока я до туда опять добегу.
Ограбление уже закончится, там все уже ограбят эту пирамиду. Блин. Что делать? Сейчас еще, наверное, туда целая куча героев, полицейских собралось, да, там бегают, стреляются. Ого, какой крутой байк тут стоит. Да, неплохо. Так, все, мы должны здесь пройти быстренько. Быстренько должны мы пройти все это дело. Добраться до конца пирамиды. Но только как? Как пройти-то? Здесь же шипы. Как пройти? А нет, я упал! Нет, ребята, кажись, пока я бежал, все ограбление закончилось. Эх, блин. Так и не получилось у меня пройти челлендж. Я не знаю, вообще это возможно или нет. Видимо, я еще просто слишком нубик. У меня здесь ни машины нет, ни мотоцикла нет, ни оружия нет, ничего нет. Я два раза пытался пройти и два раза погиб на этих копьях. И пока я бежал здесь от респауна до этой пирамиды, бежать очень долго. Пока я бежал, все, ивент закончился. Все, нельзя теперь пока пирамиду ограбить. Ну, пишите в комментариях, насколько у вас получалось легко ограбить эту пирамиду. Возможно, вы вообще профессионалы и легко проходите. Но, увы, у меня не получилось. Ну, не всегда будут получаться челленджи, конечно же. Вот у меня не получился этот. Ну, не будем расстраиваться, ведь все хорошо. Будем выполнять челленджи с новыми силами. Пишите свои интересные челленджи. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.